Говоря про законы, почему-то сразу хочется вспомнить те, которые направлены на снижение количества продажи спиртного. Не секрет, что в стране она ограничена временными рамками, а в Якутии вовсе действуют ограничения на реализацию горячительных напитков в нескольких населенных пунктах. Целые селы вводят так называемый сухой закон. Вместе с тем, ни для кого не секрет, что продажа алкоголя, несмотря на законодательство, не прекращается круглые сутки. Социальные сети и магазины готовы в любой момент за повышенную цену продать любой напиток фактически любому клиенту. О темных продавцах, бутлегерах и борьбе с ними расскажет Розалия Борисова. От положенного расстояния нет и половины, хотя закон и запрещает продавать алкоголь ближе 160 метров от образовательных учреждений. Продавцам и хозяевам магазина это не мешало. Завернутые в газету бутылки водки доставались прямо из-под прилавка. В свободном доступе продавались и мини-крепкие напитки, хотя правила четко регламентируют продажу горячительного. Школа средняя, общеобразовательная.